Старший прораб Василий Шиян перед началом работы собрал монтажников. Им предстоит поднять и поставить на фундамент один из аппаратов масляного блока. Омский нефтеперерабатывающий завод уже начал давать продукцию, но строительство его продолжается и сейчас, несмотря на сильные морозы и ветры. Нелегко смонтировать ректификационную колонну весом свыше 50 тонн и высотой 22 метра. Чтобы облегчить свой труд, монтажники начали ее подъем после того, как полностью были присоединены все трубопроводы и нанесен теплоизоляционный слой. И вот колонна на фундаменте. Завод скоро достигнет проектной мощности.